Эй, подожди. Я сейчас. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Ты слышишь? О, знакомая рубашка. По-быстрому. Вылезай, скотина! Ты посмотри, мы до сих пор живы. Сделай что-нибудь, Ви! Я тут сейчас сдохну! Нет, 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 не хочу! Потому что нельзя подставляться! Уходи оттуда. Погоди, надо перезарядиться.
Идем дальше. Наручники. Классика не стареет. Только это не пластиковые браслеты. Это сталь. Даже если ты пришел сюда сам, чтобы стать звездой, никаких гарантий, что ты отсюда выйдешь. Там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать.
Из нее вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов, чтобы добро не пропадало. Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай, они все равно как тараканы откуда-то выползут. Приходилось иметь с ними дело? Да уж. Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее.
Смотрю, ты не боишься запачкаться. Подожди меня немного. Все, я здесь. Пошли искать. Жди нас, Эва. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Вижу ее. И кабель. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готова. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три. Давай! Слава богу. Эва. Эвелин, ты слышишь меня? Все будет хорошо. Я пришла. Эвелин, мне надо знать, кто тебя нанял. Ты ебанутая? Не можешь подождать? Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Поняла. Идем к лифтам.